Здравствуйте, это мой первый видеоотчет о лечении в центре Бейер Давид, и мы хотим поделиться нашими первыми результатами. Нашей девочке 3 года, и к самому возрасту она не делает многие вещи, которые должна бы делать. Она не разговаривает, она не реагирует на просьбы, откликается на свое имя только по настроению, у нее короткий контакт глаза, у нее нет ролевой игры. Она самостоятельно не просится в туалет, не кушает, не одевается. Большую часть времени проводит в каком-то своем мире, мало обращая внимания на то, что происходит вокруг. И вот с момента знакомства с Давидом прошло совсем немного времени. У нас было 4 сеанса. И после одного из сеансов ребенок самостоятельно проявил желание кушать ложкой. Раньше любые варианты эргономичных ложечек просто отвергались, она предпочитала кушать руками. И тут вот такое у нас достижение. Также ребенок стал более внимательным к тому, что происходит в окружающем мире. Она начала замечать те вещи, на которые раньше внимания не обращала, что очень радует. И я хочу сказать также, что Давид очень позитивный, светлый человек, с которым приятно общаться. Я очень благодарна за то, что он тратит на нас свое время и энергию, чтобы нам помочь. Мы верим, что улучшение у нас только начинается. Вот, спасибо. Всего доброго.